Книга «Открытым оком». Первый том. Тема «Праздники». Вопрос 207. Нужно ли праздновать христианам Новый год и наряжать елку? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Новый год – это весьма условная дата. У разных народов она в разное время. Даже в России отмечали и 1 марта, и 1 сентября. У нас Новый год приходится в рождественский пост. Уже это одно может остановить человека от празднования чего-то. Причем тут елка. Все деревья голые, а елка зеленеет. Срубили, и снова белая пустыня. Миллионы ни в чем не повинных деревцов пошли на прихоти сбунтовавшейся похоти. Это самое настоящее язычество, поклонение деревьям. Книга Судей, 6 глава, 25 стих. Ту ночь сказал ему Господь: «Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем». Неемия, 8 глава, 15 стих. «И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по написанному». Иеремия, 10 глава, 8 стих. «Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение — это дерево». Когда идешь по городу через несколько дней после Нового года, то видишь, как пылают огромные костры из погибших елочек. Миллионы деревьев. Сколько можно было бы бумаги добыть из них, стройматериала? Здесь же ровным счетом ничего. Пшик и дым. Безумие это продолжается с благословения безумных правителей, безумных исполнителей, безумных потребителей. Исаия, 24 глава, 16 стих. «От края земли мы слышим песнь: слава праведному!» И сказал я: «Беда мне! Беда мне! Увы мне! Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски!» Михей, 3 глава, 4 стих. «И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их, и скроет лице свое от них на то время, как они злодействуют». Прожили год, не было еще смерти, посланной за нами. Поблагодари же Бога Всемогущего, Христа Иисуса, умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания. Год был вполне благословенный. Зачем же его начинать смертью деревьев и безумием, и злодейством?